26 сентября в Москве состоялся осенний раунд интеллектуального кубка Национального банковского журнала «Название «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере тек». Ведущим осеннего кубка стал магистр игры «Что, где, когда», четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташов. В этот праздничный вечер были блестящие удачи и эффектные победы. Самая главная наша задача – выиграть финал зимой. Сейчас мы стараемся выиграть «Синюю сову» и воспринимаем это в том числе как тренировку к финалу. Весело, интересно, зажигательно. Достойно. Достойно. Здорово. У нас самая молодая команда в этой игре, и поэтому мы считаем, что если достойно выступим, будет уже очень даже хорошо. Мы, в принципе, не знали, что нас ждет, поэтому пришли, увидели, о, фуршет, классно вообще. Ну вот. Приходим, там, ну, думали, вопросы будут очень сложные, но первый раунд у нас закончился достаточно оптимистично, то есть у нас больше половины вопросов мы взяли, подумали, что, ну, неплохо. Второй раунд закончился похуже, мы подумали, ну вот, надо было лучше тренироваться. Для нас каждая игра «Что, где, когда» замечательная, прекрасная, и мы всегда стараемся в ней выиграть. Стараемся и выигрываем. Для нас каждый вопрос – это праздник. Каждый вопрос – это праздник, верно. Да, мы надеемся, что мы продвинемся на следующую ступень. Но посмотрим ход игры. Наградить победителей приехал президент Ассоциации российских банков Горигин Тасунян. Первое место в номинации «Самый интеллектуальный банк» завоевала команда Трансстройбанка. Первое место в номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» – команда группы компаний InfoSecurity. А первое место в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере тек» – команда группы компаний «Энергоконтракт». Залог, наверное, успеха, да, вот то, что мы сейчас держим эту замечательную хрустальную сову, вот, это именно тренировка, именно подготовка. Вот без нормальной базовой подготовки мы там не в состоянии занять даже третье место. Мы желаем всем участия, чтобы как можно больше было соперников, чтобы игра становилась с каждым днем интереснее и интереснее. Алексей Трубаев, Альберт Таховиев, Юлия Уханова, Федор Чайка, Финверсия ТВ.